среду в Самарской области будет пасмурная погода, пройдет снег, местами сильный. Днем 0-4, ночью -1, +1 градус. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-7 метров в секунду. В Сызрани небо в тучах, осадки в виде сильного снега. В дневное время -2, ночью +1 и дождь. Ветер юго-восточный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурно и снег, днем -2, ночью нулевая температура. Юго-восточный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем возможен небольшой снег, -3, в дневное время ночью -1. Ветер юго-восточного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%, геомагнитное поле возмущенное, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.